Слава нашему Господу, братья и сестры. Praise be to our God, brothers and sisters. Что на небе мы будем вечно жить. That in heaven we will live forever. Но на земле мы временны. But on this earth we are temporary. И сегодня мы уже слышали такой псалом, что нам много чего непонятно и трудно объяснить. And today we've already heard this hymn that there is much things that are difficult and hard to explain and understand. Но между тем там припев очень правильный, что хвали о душа моя Господа день и ночь и не умолкай. But the chorus says very correctly. It says, "Praise Him, O my soul, every day and night without ceasing." И пусть Господь поможет нам эту временную жизнь прожить так, чтобы нам на небе вечно жить. And may the Lord help us that we may live this temporal life in a way that we may live in heaven an eternal life. Именно об этом мы проповедуем, слушаем, учимся и следуем за нашим Господом. And this is what we're learning about, we're teaching about, we're following after our Lord. Может, кто-то удивляется, я имею новую Библию, мне подарили 50 лет, как истинному пятидесятнику. Maybe someone's surprised to have a new Bible here, so they gave it to me as a gift for my 50th, just as the Pentecostals. Потому я тоже пробую и с этим языком дружить. And so I'm also trying to befriend this language. И люблю вас всех, братья и сестры. And I love you all, my brothers and sisters. И я уверен, что когда я говорю на русский, кто-то мне тоже по-украински будет потом говорить комплименты. And I already know that even if I'm talking in Russian now, somebody who's in Ukrainian will come up to me giving me compliments afterward. Но я уже привык, и мне скучно без этого. But I've already gotten used to this, and I miss it now. Я немножко говорю это, чтобы мы не заснули. I say this only so that we would not be sleeping. Хочу проповедовать дальше. Книга Деяний святых апостолов, 10 глава. We're going to move forward into the book of Acts, the 10th chapter. Вы знаете, название книги говорится о том, что это было не только слова, это были дела, деяния святых апостолов. The name even of this book tells us that this was not just words, but these were acts of these holy apostles. И то, что начал Иисус делать, проповедуя Божье Царство, которое пришло с Ним на землю, and that which Jesus began in his ministry when he was preaching about the kingdom on earth. Он избрал 12 апостолов, которые должны были понести дальше эту благую весть. He chose 12 apostles to carry on this ministry of bringing this good news. И у меня немножко было, знаете, сомнение, как бы на какой главе мне более нужно остановиться. And I kind of had doubts on which chapter that I should more focus on. Если вы помните прошлую неделю, то у нас первая проповедь не была с Деяний святых апостолов. If you remember from last week, actually our first sermon was not from Acts. Но вторую проповедь говорил наш пастор Виктор, он говорил с Деяний святых апостолов. But the second sermon, which Pastor Victor had spoken, was from Acts. Я знал, что брат Виталий будет говорить, и я догадывался все-таки, что он будет с Деяний святых апостолов говорить. And I was kind of guessing what Виталий would talk on, and I thought he would speak on Acts. Но я более останавливался все-таки на 10 главу смотрел. But I focused on the 10th chapter. И слава Господу, братья и сестры. So praise God. Может быть, немножко я напомню и то, что Виталий читал из 9 главы. And maybe I'll remember a few things from the 9th chapter like Vitaly read. Я сейчас хочу прочитать 10 глава с 1 стиха и ниже. I want to read now from the top. По 6 стих. Up to the 6th verse. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молящийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои, милостыни твои пришли на память пред Богом. И так пошли людей в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которым спасешься ты и весь дом твой».
Я думаю, что мы видим переводы, чтобы нам экономить время. Let's pay attention to the translations to save some time. Мы не будем читать уже в других переводах. И, братья и сестры, здесь мы услышали, как бы, это Божий план спасения дома Корнилия. And so we see here God's plan for the salvation of the household of Cornelius. Это описывает Лука, он уже как бы все собрал, все нужные, то, что происходило в то время, я думаю, что с Петром общался, и Корнилий хорошо знал, но более всего, наверное, Петру рассказал. Here we see kind of a collected effort of Luke's writings that he met up with different apostles, mostly with Peter. И я почему-то уверен, что каждый из нас почти знает эту историю. And I'm sure all of us know the story. Но я хотел бы все равно на немножко обратить внимание, кто был Корнилий. Let us focus on who was Cornelius. Здесь написано, что он был сотник из полка, называемого Италийский. And it was written that he was a centurion who was a part of the Italian guard. Это военный человек, который имел как бы в своем команде распоряжении 100 человек, как минимум. And so this was a warrior. He was a military person who had 100 people under him. Второй стих говорит, что он был благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим. The next verse talks about how he was a devout man who feared God and all his household. Дальше написано, что он творил много милостыни народу и всегда молившийся Богу. And then it says that he gave many alms to the people and prayed to God continuously. Ну, если бы это был пастор или диакон, то нормально. And, you know, if this would be a pastor or a deacon, this would be normal. Но, как бы мы не боялись такого слова, но он был оккупант. And maybe we should not be scared of this word, but he was an occupationalist. Это был оккупант. He was an occupier of this land. Но характеристика, которую Слово Божие показывает, какой он был, как человек. But in the scriptures, it talks about the characteristics of who this man was like. И у меня второй момент, вы знаете, а разве такой человек уже не спасенный? And then the next question is, like, is this man not saved? Он боится Бога. He fears God. Он благочестив. He is devout. Он много делает милостыни народу. He gives many gifts and charity. И всегда молится. He's always in prayer. Помимо этого, он еще постится. Even probably alongside this, would he be fasting? Не спасен, братья и сестры. Not saved, brothers and sisters. И в то время нужно, вот целая глава мы читаем, чтобы произошла вот эта история для спасения дома Корнилия. And we see furthermore, this whole entire chapter, it develops just for the sake of the salvation of him and his household. И мы услышали там, что когда он был молился в 9 часу, и он увидел ангела. And we read about how he was praying in the ninth hour, it was 3 p.m., and he saw an angel. И ангел говорит ему, что молитвы твои, милостыни, они пришли на память перед Богом. And this angel says that your gifts and charity have, and your generosity have been seen before God. Вы знаете, вот что было причиной и основанием, что Бог вспомнил, есть такая семья Корнилия. It's interesting that God, he remembered that there is this household of Cornelius. Молитвы и милостыни. His prayers and his gifts. И ангел говорит ему дальше, Корнилий. And furthermore, the angel says, Cornelius. Там написано, что он смутился, испугался. Я думаю, что, ну, наверное, каждый из нас мог бы такое переживать. And the scriptures write about how he was scared and turned back. All of us could experience something like that. И он услышал, что он должен сделать для спасения его семьи. And he heard what he should do for the salvation of his household. Если вы припоминаете, в прошлое воскресенье брат Виктор говорил о том, как Дух Святой направляет людей, допустим, как Петра нужно было как бы направить, но перед этим нужно было к Петру еще прийти. And if you remember Pastor's sermon last week of how God had to prepare Peter, but even then he had to prepare somebody else to come to Peter. Виктор говорил, что Филиппу Дух сказал, что нужно тебе идти на дорогу, там пустую называемую, и пристать к колеснице. Pastor was talking about how he had to tell Philip to come up to this
chariot. Но когда он первые откровения получил, что иди на дорогу и пустую, то там вообще не говорится о колеснице. But in the first moment when he talks about this road, he doesn't actually mention a chariot at all. Но когда уже был на той дороге, он увидел колесницу. But when he was already on that road, then he saw the chariot. И было сказано, что где-то 30 секунд у него было как бы сообразить, что делать. Бог говорит ему, пристань к этой колеснице. And he could have had maybe 30 seconds to react, and God tells him to stop this chariot. И здесь, братья и сестры, мы слышим, что Корнилий услышал. And here we see Cornelius says he heard. Тебе нужно спасение. You need salvation. Твоему дому нужно спасение. Your household needs salvation. И сделай вот так и так. And do this and this. Пошли людей в Иопию, там есть Петр Симон, который гостит у Симона кожевника, и позови его. Send this Peter to Joppa, where you will find Peter, who is staying at the house of Peter the Tannin, and call him. Он скажет тебе слова, которым ты спасешься и весь дом твой. He will tell you words by which you and your household will be saved by. Вы знаете, адрес или direction очень хорошо был сказан. You know, the direction and the address were very well put. Симон гостит у Симона, дом при море. The Simon who's staying at Simon's house in the house by the sea. И когда мы читаем дальше, я не буду читать много, мы можем вспоминать, если мы читали, я думаю, что мы знаем эту историю, что Корнилий призывает своих слуг, воина, написано, благочестиво, и посылает с таким заданием прийти и как бы привести Петра к себе домой. And as we know the story, later he sends one of his faithful servants to go and call Peter to his house. Братья и сестры, сегодня брат Виталий говорил такую мысль, если такое направление, начало с того, что иногда трудно ребенку два года что-то объяснить. Brothers and sisters, remember Vitaly's sermon about how he was saying how it's hard to explain something to a two-year-old. Ну, если Анания, он, может быть, не был такой знатный, как апостол Петр. And maybe Ananias wasn't as well-known as Peter. То почему Петру тоже сложно было повиноваться Господу? So why was it also here difficult for Peter to obey God? Мы читаем, что когда воин, когда слуги пришли, уже нашли адрес, где был Петр. We read about when these men had finally found the address of where Peter was residing. Именно в это время Бог работал с Петром. Specifically in this time, God was actually working with Peter. Написано там так, что там, где он гостил, уже готовили обедать. It was writing about how in this time they were all cooking. Кухня работала. The kitchen was cooking. Но в то время Петр вышел на крышу, на, ну, как бы там плоская крыша была, чтобы помолиться. But during that time, Peter went, like, on the roof to go pray. Я думаю, что он смотрел на море, на небо, он созерцал Божью красоту. I'm sure he was looking at the heavens, at the seas, and he was just in awe of God's creation. И если мы посмотрим перед этим, что Петр уже немножко потрудился, он перед этим как раз в Иопии, там он воскресил одну ученицу Иисуса, как бы последователь Иисуса Христа, он исцелил Енея, и после того он как бы пришел в этот дом, и он здесь как бы уже чувствует, можно и отдохнуть, можно помолиться, как бы наслаждаться общением с Господом. We read before that like Peter was serving and he even was busy resurrecting a female disciple earlier in a different city, and here he thought maybe he could get some rest. 9 глава, 32 стих написано, что он обходил всех и пришел к святым, живущих в Лидии. Тобто он был как апостол, епископ, он ходил по церквям, обходил их. So he almost, as this holy bishop, he was walking around these churches and he was trying to encourage them. Я думаю, что Петр чувствовал, что он уже что-то сделал, он гостил там при море у этого Симона кожевника. And perhaps he already thought that he had served this house of Simon the Tanner. И вы понимаете, вот когда, я думаю, что там мы очень рады были принимать апостола Петра в том доме. And I'm sure they were joyful to receive Apostle Peter into their house. Вкусно готовили, чтобы был обед вкусный. They were probably cooking something really delicious that they could eat well. Но вдруг Петр молитвы видит видение. But all of a sudden, in prayer, Peter sees a vision. И вы помните, какое было видение? And remember his vision. Ну, если так говорить, то можно сказать, что аппетит немножко испорчен был.
You could almost say, looking at this vision, his appetite may have been lost. Но апостол Петр, он об этом вообще не переживал, как бы о своем аппетите. But Apostle Peter wasn't actually worried about his appetite. Он переживал за свою святость. He was worried about his holiness. Когда он увидел полотно, которое спускается с неба, и оно как бы предстало пред ним, и там множество животных, нечистых, всяких, скверных, и сказано, что Петр, встань, заколи, ешь. And he was looking at this sheet that was descending from heaven, full of all these animals, of common and unclean animals, and he was told to rise up and kill and eat. Петр отвечает, не говорит, что мне это противно. Он говорит просто, Господи, я никогда не ел ничего нечистого и скверного, встань, входи в мои. And then Peter responds, he's like, Lord, I have never eaten anything, nothing unclean or common has entered my lips before. Это повторилось трижды. And he said this three times. И в это время подошли как раз посланники от Корнилия. And then in this time, actually, was when these messengers from Cornelius arrived. И они спрашивают, здесь ли Петр, называя Симон Петр. And they're asking, is there a guy named Simon Peter in this house? И когда мы читаем, Петр услышал, что его зовут, он спустился к ним. And when he hears that they're calling for him, he descends. И он говорит, да, я слышу, что вы меня зовете. And he says, yeah, I hear that you're calling for me. И что, по какому делу вы пришли ко мне? By what purpose have you come to me? И там написано, что они рассказали всю историю, что было с Корнилием в его доме. And then they told them the whole situation, what's happening with Cornelius in his house. И написано, но тогда Петр еще пригласил, угостил их. And then furthermore, it says that Peter invites them and he feeds them. И на другой день они все вместе отправляются в дом Корнилия. And on the next day, they go off to Cornelius' house. Когда мы читаем встречи Корнилия, я бы хотел прочитать и Петра, когда он рассказывал ему все, как произошло, они уже встретились, и 34 стих и ниже говорит такие слова. In the 34th verse, here is where they're starting to meet. Петр отверз уста и сказал, «Истину познаю, что Бог не лицеприятель, но во всяком народе боящимся Его и поступающий по правде приятен Ему». Вот это, что Петр говорит, братья и сестры, я бы назвал это большое откровение для Петра. And here what I'll actually share with you, brothers and sisters, what Peter says is probably more so a bigger revelation for Peter. Вот все, что происходит с Петром, мы видим, насколько они были, ну, настоящими евреями. And if we look at what's happening with Peter, we see how much he is this Jew, this Hebrew. Чтобы войти в дом Корнилия, Богу нужно проделать было большую работу. To come into the house of Cornelius, there had to be a big work to be done. Но все-таки, когда он слышит, кто этот человек, какой образ жизни он ведет, сам ангел ему явился. But when he hears who this man is, what kind of way he was living his life, and how even an angel appeared to him. Но написано в 34 стихе, что Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог не лицеприятен. Then he says, opening his mouth, I am most truly comprehend now that God is not one to show partiality. Вы знаете, что у евреев было много таких, как бы, может быть, суетных надежд. And the Jews had many of these fleshly hopes. Это я говорю о том, что они понимали, что они дети Авраама. In that they understood that they were children of Abraham. А следовательно, они благословены благословением Авраама. And they inherit these blessings of Abraham. И еще, вы знаете, когда мы читаем даже в Новом Завете, мы видим некоторые места, которые говорят нам о разнице язычников и евреев. And furthermore, we read in the scriptures the difference between the nations and the Hebrews. И сам Иисус Христос, когда ходил еще по земле, Он посылал учеников проповедовать Царствие Божие, Он не посылал их к язычникам. And when Messiah was sending forth His disciples to preach the gospel, He wasn't sending them to the nations. И если посмотреть, как понимали апостолы, это те, которые были должны, готовы понести краю земли Евангелие.
And when we understand the ministry of the apostles, their ministry was given to go out to the ends of the earth. Насколько они были готовы исполнить это? How much were they prepared to fulfill this mission? Вы знаете, я вижу, что они не совсем были готовы исполнить то служение. I study and look, they weren't the most prepared to fulfill this great mission. С первой главы Деяний святых апостолов мы читаем, Христос по воскресенье встречается с учениками, и они спрашивают Его, ну когда же мы пойдем проповедовать, помните? From the first chapter of Acts, he's about to leave and he's talking to disciples, and they ask him, when will we go and start preaching? Там такого не написано. This is not written. Они спрашивают, не в сие ли время восстанавливаешь ты царство Израиля? He's like, at this time are you now going to establish your kingdom in Israel? Хотя Иисус говорит им совсем другое. But then Jesus says something completely different. Он говорит, я скоро буду вознесусь, я уйду от вас. He's saying, I'm actually about to leave from you. Но вы ждите обещанного. But you wait for the promise. Обещанного от Отца. Wait for the promise one of the Spirit of the Father. И вы знаете, когда мы кому-то что-то обещаем, особенно нашим детям, они ждут. And especially think about when we promise something to our children, how they wait. Но когда мы не ждем, когда нам что-то обещали. But think about when you don't wait for something that somebody's promised for you. Когда нам это совсем не важно. When it's not important to us. Понимаете? Это не ценно для нас. It's not valuable to us. Нам обещали, но это не важно. Может быть, ну, кто-то там с родителей обещал, что давай после служения, вот сегодня мы поедем куда-то или пойдем. Но дети могут иметь свой план, и им это не совсем важно, что ну, мы где-то вчера обещали им поехать. Think about when parents might make plans for their children, saying we might go somewhere here or whatnot, but they already have their own plans that they come up with. Вот примерно так видно картину, когда ученики слышат, Христос говорит, вы ждите, не отлучайтесь от Иерусалима. Они говорят, они вселили время, ты восстанавливаешь царство Израиля. And here he is saying, like, wait for the promise, and then they ask him, are you going to now establish your kingdom? Помните, ответ был краток и понятен. And the answer was short and understandable. Не ваше то дело. It's not your business. Вам говорили такие слова? Ever heard these words? Это любопытным очень говорят иногда. These are things that curious people usually ask. Тебе это не надо знать. You don't need to know this. Это у власти отца моего. This is of the authority of my father. Вы знаете, что даже сегодня на эту тему очень много спекулируют. And even among this subject, many have speculation. Есть люди, говорят, это в то время не было еще понятно и открыто, но сегодня мы уже хорошо знаем, мы уже высчитали. People say that, oh, well, in that time it was not understandable, it was not clear, but now we have understanding of all things. Но ответ тот же, не наше это дело. But again, the answer is the same, it is not our business. Наше дело это быть готовыми. Our business is to be ready. В любое время встретить Христа. In any time to meet Christ. И потому ученики услышали, не ваше это дело, но вы примите Святого Духа, силу, облечетесь, чтобы быть свидетелями, а то 1:8, помните, мы читаем, что Христос отвечает ученикам. Remember in Acts 1:8 how he tells the disciples about this promise that they should wait for, how they will be clothed in power to go and be his witnesses. И там написано, вы будете свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и до края земли. And he says in witnesses to be in Jerusalem, in Samaria, and even to the ends of the earth. И это услышали апостолы, тем более апостол Петр, которому было сказано, что ты камень, на сем камне я создам церковь. And these things were heard by the apostles, especially by apostle Peter, who was told that he would be this rock upon whom he would build the church. И вот когда мы читаем, братья и сестры, до конца вот эту главу, апостол Петр исполнил то, что хотел Господь через него. And we listen how he listened to the words that God would desire to fulfill through him. И я прочитаю два стиха последних, 10 главы, написано 47-48 стих. We're in the last two verses, 47-48. Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа, потом они попросили его пробыть у них несколько дней. Вот как бы заканчивается
ну, путешествие, евангелизация апостола Петра в доме Корнилия. And here's kind of this conclusion of this evangelism of Peter in the house of Cornelius. Я помню, когда-то в свое время я учился в Киеве. I remember when I studied in Kiev. В библейском институте учился. In the Bible Institute there. И нас учили, как нужно евангелизировать. And they taught us how to teach, preach. И один пастор с опытом, евангелист, он сказал такие слова. And there is a pastor with experience in evangelism. He said these words. Мы, они пели группой, они проповедовали, говорит, мы часто приезжали на новое место. Мы проповедовали, люди выходили, каялись. They were singing and they were preaching and they were saying how they would come to a new place and they would preach the gospel and people would repent. Это было 90-е годы, люди много выходило, каялось. These were in the 90s. Many people would come out and repent. Мы заканчивали свое служение. And they would finish their service. Сворачивались, собирали аппаратуру. And they would be cleaning up all their equipment. А эти люди, которые покаялись, говорят, а нам что делать? And these people that repent, they come up and ask, well, what do we do? Ну, а мы говорим, а мы свое дело сделали. And then they're like, well, we did our work. Вы знаете, он сделал такой, как бы пришел к такому выслову по украинскому, ну, итогу. And he came to this conclusion. И вот нам уже молодым студентам он говорил так. And he told us as young students. Если евангелист, который пришел, благовествовал и сразу после служения ушел оттуда... If an evangelist comes and preaches the gospel and immediately leaves from that place, это равно тому, что мама пришла в роддом, родила дитя и оставила его там. It is equivalent to a mother coming to a house of orphans and birthing her child there and leaving. И это есть аморально. And this is immoral. Вы знаете, что-то подобное я вижу, Петр делает. And I see something almost similar happening with Peter here. Он побыл в доме. He was staying in the house. Он увидел действие Божие. He saw the acts of God. Бог крестил Духом Святым дом Корнилия. He baptized the house of Cornelius. Они преподали им водное крещение. They gave them water baptism. И он уже спешит, понимает, что нужно отчитаться перед братьями будет. And he's already in a hurry because he's like, I have to go and give account before the brethren. Побудь еще пару дней. But then they're like, stay a couple days. Он побыл еще несколько дней. He stayed a couple days. И потом все-таки пошел. And then he still went. И, вы знаете, у меня есть еще 8 минут, я хочу сокращать. I have about 8 minutes left, I'm going to be shortening. Домашнее задание, 11 глава, почитайте, как очень сильно радовались апостолы, Иаков и все, кто были, потому что язычники имеют спасение. Your homework is to read chapter 11 about how the apostles and including disciple Iaков was rejoicing that the Gentiles were receiving the gospel. Написано, что когда один грешник кается, на небе радуются ангелы. It is written that when one sinner repents, the hall of heaven it rejoices with the angels. Но вы прочитайте один слово, вы увидите, как радуются люди на земле. But you will see in the 11th chapter how people rejoice on earth. Почему я сегодня это говорю? Why do I say this today? Мы очень часто, братья и сестры, слышим, мы должны быть как первоапостольская церковь. We often talk to each other. We should be like the early church, the first apostle church. Я вам могу сказать, иногда мы очень плохо читаем. And then I will say, sometimes we don't read very well. То, что я говорю, то, что здесь написано. And I'm reading about the things that are in here. Но не все так плохо. Not all things are bad. В свое время апостол Павел, который уже был призван, мы слышали о нем в 9 главе. In his time, we read about Apostle Paul in chapter 9. Он услышал два момента и два вопроса задал, когда говорил с Иисусом. He asked these two questions when he was talking to Jesus. Когда он услышал, Саул, что ты гонишь меня? When he heard this cry, Saul, why are you persecuting me? Тебе трудно идти против вражна. It is difficult for you to come against the grain. Он спросил, кто ты, Господи? He asks, who are you, Lord? И каждый из нас, мы должны познакомиться с Господом. And each of us must come into meeting with our Lord. В немногих словах Бог ему объяснил, кто он. He didn't use many words to explain who he was. Он сказал, ты гонишь не их, ты меня гонишь. He says, you are not persecuting them, you are persecuting me. Ты не думаешь, что я только там, я здесь. Do not think that I am only there, I am here. Павел очень быстро понял. Paul understood very quickly. Второй вопрос, который он задал Иисусу. The second question he asked Jesus. Что повелишь мне делать? He says, what do you command me to do? Знаете, это была готовность уже идти. You know, this was the readiness to already go. Но как мы все, братья и сестры, когда мы рождаемся, мы еще не есть сильны,
И мы не готовы идти. But as all of us, when we are born, we are not yet strong to go anywhere yet. И Павлу было сказано: иди там немножко побудь, подожди, тебе придут и скажут. And the Lord tells him to go in this place and wait, and somebody will come and tell you. Это важный момент, когда нам, вы знаете, мы увидели, услышали, что Бог с нами напрямую имеет дело. And this is a very unique moment when we have to pay attention that God has a individual relationship with us. Зачем нам, чтобы кто-то еще рассказывал? Why should someone else have to tell us something? Напуганный Анания, как сегодня было сказано. Like this scared Ananias, as we were talking. Говори, что мне делать, я знаю уже, я пойду. Tell me what to do, I know, I'll go. Я сейчас уже не говорю, мы услышали об Анании, я говорю об готовности, которая была у Павла. And I'm not talking about Anania here, I'm talking about the state of Paul's readiness. В Римлянах написано 1:16, послание Римлянам. In Romans 1:16. Павел говорит, что я готов, что до меня, я готов благовествовать. He says, I am ready to go and preach this gospel. И не только в Иерусалиме, но всем и находящимся в Риме. And not only in Jerusalem, but all who are in Rome. И когда мы читаем послание Ефесянам, 6 глава, 15 стих. And when we read Ephesians 6:15. Там написано: «Обув ноги в готовность благовествовать мир». He talks about putting on these shoes, these sandals, to go and preach this gospel of peace. Если смотреть на Петра, он вроде и готов был. And we look at Peter as though he was ready. Но обувь не совсем правильная была. But his sandal was not the exact. Он не готов пойти туда был к Корнилию. He was not ready to walk to Cornelius. Бог помог ему. God helped him. Братья и сестры, Господь поможет и нам. Brothers and sisters, the Lord will help us. Я думаю, что у нас сегодня есть много подобных причин. I understand there are many excuses. Что называется, мы не готовы. That speak of our unreadiness. И я не говорю, что мы должны до края земли пройти все. And I'm not saying all of us have to go to the ends of the earth. Но начинать с Иерусалима нужно. But we have to start from Jerusalem. Иерусалим — это наш дом. Jerusalem, this is our home place. Это был дом Корнилия. This was the house of Cornelius. Который молился и много милостыни творил со всем домом своим и боялся Господа. That was praying and bringing gifts and serving with his household, fearing God. И я думаю, что это было начало вот такого большого благовествования для язычников. And I believe this was the beginning of this amazing plan of huge salvation for the nations. Но запомните стих 34-35. But remember the 34th verse. Это то, что Петр говорит: «Я познал, Бог не лицеприятен». When Peter says, I now know that God does not show partiality. Но во всяком народе, but in every nation, боящимся Его, приятен Ему. Those who fear Him are pleasing to Him. Братья и сестры, Бог не лицеприятен. Brothers and sisters, our God does not show partiality. Если нам сегодня кажется, я украинец, я русский или я с Белоруссии. If we think that because we are Ukrainian or a Russian or from Belarus. С Молдовии или я американец. From Moldova or from America. Бог не лицеприятен. God is not showing partiality. И Он приятен каждому, кто боится Его. And He has pleasant in all that fear Him. Пусть Господь поможет нам быть готовыми. Let us the Lord help us and to be ready. Если мы не готовы, приготовит нас, как Петра в свое время. That if we are not ready, He'll prepare us like Peter in His time. Чтобы нам проповедовать Евангелие. That we might preach His gospel. Чтобы нам быть светом для этого мира. We might be a light to this world. Давайте мы склонимся, помолимся и поблагодарим Господа, что нам Он открыл это. Let us bow and pray and thank God that He has revealed this for us. Аминь.